Ну что, волшебного утра, дорогие друзья! Я приветствую всех этим воскресным чудесным утренним днем. Всех, кто уже с утра улыбнулся, кто потянулся, кто пришел для того, чтобы зарядиться солнышком и потом этими лучиками делиться со всем миром. Я благодарю всех, кто приглашается до людей, потому что чем больше людей будут улыбаться, тем меньше будет грустных людей, меньше будет людей, которые попадают там в какие-то депрессии, уныния. А уныние, как известно, да, унылый дух сушит кости. Поэтому в наше такое турбулентное время очень важно иметь сильную иммунную броню. Очень важно быть крепкими орешками, не сдаваться, что бы ни происходило. И йога смеха, она сопутствует, конечно, развитию эмоционального интеллекта, это прежде всего. И когда мы насыщаемся гормонами радости, когда мы в ресурсном состоянии, когда мы здоровы, мы очень много можем сделать для этого мира. Согласны? Согласны. Молодцы, ребята. Ну и сейчас мы с вами берем ключик. Да? Будьте как дети, всегда радуйтесь, сказано в Священном Писании. И мы этот ключик поворачиваем и превращаемся в ребенка. Приготовились? И выбрасываем этот ключик далеко-далеко. Молодцы, молодцы. И смеемся как можно больше в течение дня, каждый день. Хорошо, друзья. И сейчас мы с вами сделаем вдох этого утреннего воскресного, такого благословенного дня. Набираем животик воздуха. Задержали. Задержали. И выдох. Вдох. И на выдохе сделаем лошадку. Вдох. Можно потянуться. Держим, держим. Разболтали все тут. Хорошо, нашу радость по всем органам. Лошадку. Как губки у вас расслаблены? Мы столько много делали упражнений на то, чтобы у нас расслабились мышцы лица, вся скованность ушла. Если у кого-то еще не получается, обязательно продолжайте делать. И сейчас мы еще раз сделаем вдох и на выдохе пропоем букву А. Вдох. И звука нет, а мы все равно выдыхаем, да? А сейчас мы с вами превратимся в цветочек, который был в бутончике, и он будет распускаться, и он будет удивляться, смотреть на этот мир и удивляться. Хорошо? И потом будет радоваться. Ну-ка, давайте мы с вами бутончики будем поменьше и начинаем расцветать, расцветать, распускаться, распускаться. Немножко страшно, что там в этом мире неизведано. Ой, а тут голубое небо, а тут зеленые листики, а тут такие яркие цветочки, а тут птицы поют и летают. И цветочек распустился и радуется этому миру. И он смотрит на свои лепесточки. Они такие красивые листики. Их ветерочек колышет. И лепесточек начинает танцевать под музыку ветра. И радуется. Смотрит на этот окружающий мир, наполняется счастьем. Вот, и хорошенечко, хорошенечко размялись, потянулись. Да, вот так. Хорошо, хорошо, головочкой покрутили.
в обе стороны ковшик сделали, грудную клетку проработали, таз на месте, другую сторону. И делаем теперь раз, и ножку одну подгибаем. Смотрите. Раз, два. Раз, два, три. 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 Я знаю, что сегодня в 6 часов ментальной зарядки не было, да? Поэтому, ну, чуть-чуть хочется размяться. Округлили спинку. Раз, два. Раз, два, три. Мы с вами подготовились. Это упражнение, те, кто ходили уже, многие должны знать. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Полуприседи. Раз, два, три. Хорошо, молодцы, молодцы. Ну и потянемся, потянемся, потянемся. Станем на носочки. Возьмем вот так пальчики, да? И будем тянуться к изобильной вселенной, да. А я пока немножко расскажу, что такое йога смеха. А йога смеха – это целая наука, да, эта аббревиатура запатентована. Гелотология изучает воздействие смеха на организм человека. Йога смеха, она включает йогу, да, поэтому именно йога смеха. А йога, прежде всего, это дыхание. Поэтому дыхательные практики здесь используются прям номер один. Все упражнения, все инструменты здесь построены ради одного самого главного – это выдоха, да? То есть дыхательный процесс – это номер один. Ну, друзья, действительно, да, вот если взять питание, вода, воздух, что на первом месте? Без чего мы не можем прожить и несколько минут? Конечно, без воздуха, да? Тянемся, тянемся, ножки вместе, тянемся. На втором месте уже вода. Вода – это жизнь, да, и мы знаем, что она имеет память, мы ее структурируем. И уже дальше питание. И 95% – это метафизика, это то, что мы проговариваем, это то, как мы мыслим, какие слова мы говорим, что мы желаем, наше воображение. 95%. Потому что если готовить с хмурым лицом, грустными, там, ругаться, то это будет такой вот уже яд. Яд добавляем в пищу, да. Поэтому убираем яд, добавляем только радость, только гормоны счастья. И вот йога смеха, она наполняет гормонами счастья, да, она включает смехозарядку, она включает голосовые упражнения. Вы знаете, гласные звуки, которые мы пропеваем, они вибрируют, они имеют очень высокие вибрации, и они связаны со всеми нашими органами и имеют тоже очень лечебное воздействие. Да, это, конечно, очень круто. Йога смеха включает также такой инструмент, как откашливание, когда из нашего организма вместе с обидами, вместе с болезнями, вместе со всем-совсем ненужным, да, выходит мокрота, выходит слизь, поэтому это постковидная реабилитация, посттуберкулезная. И все люди, которые склонны болеть там простудными заболеваниями, у которых слабая иммунная система, им обязательно нужно заниматься вот дыхательными практиками, йогой смеха. Йога смеха включает и физическую нагрузку, и менталику, и, как я уже перечислила, много-много, то есть это и различные игротехники, пальчиковая гимнастика и так далее. Итак, вселенная изобильна, и мы сейчас дергаем крышку люка, и на нас посыпятся все благословения мира, изобилие и процветание. И... мы купаемся под этим дождем, дождем изобилия, дождем процветания. Все блага мира сыпятся на нас, да. И мы принимаем это с радостью, с благодарностью, с любовью. Принимаем здоровье, принимаем радость, принимаем финансовые потоки, ведь нам нужно помочь очень многим-многим людям. И давайте сейчас, друзья, вспомним правила смеха, которые служат самому главному правилу. Итак, правил смеха несколько, да? Вы их, наверное, уже знаете. Те, кто первый раз, есть здесь такие, кто первый раз, поставьте сердечко. И все эти правила, они вспомогательные, потому что они служат одному самому главному правилу. Вот если
не выдерживать это самое главное правило, то все остальные, ну, они будут бесполезны. А самое главное правило – это какое? Кто помнит? Самое главное правило. Может смеяться на букву А? Нет, это не главное. Может быть, широко открывать рот? Нет, это тоже не Так, главное. выдох до конца. Выдох до конца, конечно. А чтобы выдох был длинный и до конца, чтобы полностью очистить наши легкие, да, и потом взять вдох более жадный, глубокий, больше загробастать кислорода. Вот для этого идут вспомогательные правила. Это действительно мы смеемся на букву А, стартовая, потому что легче выходит воздух. Это широко открываем рот. А! Широко открываем рот, чтобы больше также легче выходил воздух. Это делаем напор, громкость, потому что чем громче, опять-таки, больше выходит воздух с этим напором, да? То есть все вот эти вот правила, а, громко, конечно, мы все делаем с радостью, на улыбке. Все это служит только одному самому главному инструменту, правилу. Это выдох длинный и до конца, чтобы полностью очищать легкие. И когда во время упражнений любых вам захочется откашливаться, обязательно вот сплевывать это все, расставайтесь со всем ненужным в нашем организме. И, конечно, мы помним, что мы дышим низом живота и делаем глубокий вдох. Вот кто сейчас увидел, что сделала глубокий вдох? Никто не увидел, потому что плечи у меня опущены. Я не делаю вот так, не поднимаю плечи и грудь, да? Я делаю низ живота. А вот теперь сейчас все увидят. Итак, вдох. Вот теперь видно, да? А выдох, у нас животик втягивается. Еще раз вдох. Набираем гормоны радости, благословений. Все ароматы мира, самые лучшие, самые вкусные, содержали. Выдох. Вот все вот эти вот инструменты мы включаем, все вот эти правила мы включаем при смехе. Здесь смех как инструмент тренировки. Это не просто про посмеяться. Здесь мы включаем это же в наше пропевание голосовых звуков и в откашливание. То есть самое главное – вдох животом, громко и максимально долго. Понятно? Хорошо. Ну, сейчас мы давайте с вами нарисуем вот такой вот смайлик. Так. Он будет нас очень-очень веселить. Вот. И на этой ручке тоже рисую, рисую. Вот. И мы берем наши смайлики и по всем нашим правилам. Итак, вдох, животик. И... И вы слышали, да, что идет звук, а потом, когда звука нет, мы все равно выдыхаем воздух уже беззвучно. И, друзья, включайте, пожалуйста, тоже микрофоны, потому что, смотрите, идет обратная связь. И вот энергия, она не имеет границ, если мы сами не ставим эти заслонки. И неважно, в каком вы городе, в какой вы стране, да, идет обмен, энергетический обмен нейронными связями. И вот сколько вы отдаете, столько и вам десятикратно прибавляется. Хорошо? Поэтому включайте камеры, не стесняйтесь. И приготовились. Еще раз взяли наши Дело в дело, громче и...
Молодцы, друзья. А теперь мы берем два королевских кубка и в один набираем радугу счастья. Да, это очень важно. Радуга – Божья улыбка. А в другую набираем все, что мы хотим. Здоровье, счастье, улыбки, изобилие, процветание, финансы. Все, что хотим, добавляйте. И смешиваем на четыре счета. Приготовились. Наклоняемся хорошо. Замешиваем. Хорошо, берем огромный. Все тоже доброе, хорошее. Наливаем счастье, здоровье, изобилие, процветание, лидерство, энтузиазм, креатив, творчество, метафизику, лучше метафизику. Все туда, все добавляем. Берем эту булочку, поднимаем. Еще раз ее размешали, что-то надо добавили туда больше жизни, больше радости. И на другую. Молодильный коктейль у нас, да, и мы хорошо. Вот так все это хорошее впитывается, наши волосы густые, наши волосы крепкие, у нас хорошая шевелюра, да. Да, втираем, ушки хорошо растираем полностью, да. Вбиваем в себя этот молодильный коктейль. Крем молодости, да. Растираем и говорим, мое тело молодое. Мое тело красивое, да. Хорошо, растираем, да, вот тут вилочка железает, отвечает и за иммунную систему тоже. Наша лидерство. Так, себя похвалили, да, по плечикам, да, холочки разбиваем, ничего нужно нам. Избавляемся от всех болезней, которые поселились, хорошо себе так. И ножки, поехали ножки, чтобы хорошо бегали по дорожке, да. Вот, чтобы мы много гуляли. Пока еще я август, как хорошо ловить эти прекрасные мгновения. Гулять, общаться, знакомиться с людьми. И чтобы больше становилось у каждого из нас единомышленников, да? Так, животик хорошо промассировали. Вот, снизу вверх. О, поругали, чтобы не искала прикрытие. Считалочку, вспомнили нашу считалочку. И смотрите, на ладошке тоже много-много точечек, которые связаны со всеми нашими органами. Поэтому мы бьем хорошо. И распахиваем прям вот наши крылья орлины тоже широко. И растем. Умылись энергетически, да. Ой, класс. И начали. Хо-хо. Ха-ха-ха, шире, хо-хо, ха-ха-ха, прыгаем, хо-хо, ха-ха-ха, о, хорошо, да, лучший день, да, миру мир, да, потянулись, вдох,
самом деле, друзья, вы знаете, что йога смеха – это фейсбилдинг, да? Йога смеха – это эмоциональный интеллект, это управление своими эмоциями. Это здорово, хорошо. Ну, а сейчас мы с вами наберем много-много смайликов, много-много целого ведерка вот таких вот смайликов. И будем на себя высыпать и заряжаться ими, хорошо? И поставили ведерко, поставили, да. И говорим, принимаем радость, принимаю счастье, принимаем бодрость, принимаю энтузиазм, принимаю смех, принимаю успех. И на себя их слепим, а не вот так, а? Открываем все чакры. Это такой массаж. Ну, Шарко, только с смайликом. А теперь подбираем эти смайлики и будем делиться с друг другом. Ну-ка, берем. И... Ладно, вы мне снимаете, а? Давайте вспомним человека, которому грустно. Давайте ему сейчас смайлики кинем. Приготовились? Давайте кинем эти смайлики побольше в больницу. Приготовились? Всем медсестрам кинем, чтобы они без слова заходили в палаты. Молодцы, молодцы. Немножечко сделаем пальчиковую гимнастику, и когда мы будем сбиваться, мы будем смеяться. Что бы мы ни делали, физическую зарядку, обливание, что бы мы ни делали, мы всегда смеемся, хорошо? И начинаем с простейшего. Пальчик-зайчик, да, многие, наверное, уже выучили, это было домашнее задание. А вчера Людмила Пономаренко говорит, а где зайчик? Я когда вот так показала. А, это зайчик, да, это зайчик. А где пальчик? Вот он, пальчик указательный, не путаем. И приготовимся. Кто запутался? Я запутался. Еще раз. Раз, два. Раз, два. Это нейронные связи. Кстати, делать это профилактика деменции. Вот такая классная. Теперь хлопок добавляем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь добавляем нашу скороговорку. Во дворе трава, на траве дрова. Приготовились? Во дворе трава. Во дворе. На траве трава. Во дворе трава. На траве трава. Во дворе трава. На траве трава. Хорошо? На траве трава. Это гармонизация правого и левого полушария. А теперь во дворе трава. На траве трава. Во дворе трава, на траве трава, на траве трава, во дворе трава, на траве трава, во дворе трава, на траве трава. Вот так это вторгнет. А сейчас новое, смотрите, мы делаем, вот тремя пальчиками посолили. И вот у нас, видите, что получилось? Вот два ушка, да? Собачка или лисичка. А зайчика мы оставляем. И теперь мы также меняем. Раз, два,
Чтоб видно было. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Посложнее, да? Солим, солим. Вот, три пальчика и ушки. А здесь зайчик. Поменяли. Раз, два. Раз, два. У кого получается? Так сосредоточились, смех пропал. Хлопок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вспоминаем. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Кто выучил? Ну, кто-то, наверное, первый раз. Смотрите. Кулачки, ладошки. Кулачки, плечи. Начинаем это по два раза, а потом по одному разу. Кулачок, ладошки, кулачок, плечи. И соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира. По разу. Соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. А есть такие, у кого получается? Давайте, да, у меня лучше стало, у меня стало лучше, ура! Я вот, никак для не тех, кто, у кого получается, давайте побыстрее. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Еще быстрее, соку-соку, бачи-вира. Кто молодец? Ура! Пьем водичку и говорим: я молодец! Я молодец! Я лучший мотиватор! Со мной идут много единомышленников. Я лучший метафизик, да. Лучший метафизик. Я сам регулярно прохожу 8 волшебных упражнений и приглашаю людей, чтобы все были здоровы, бодры. Сам прохожу 8 регулярных упражнений. Все были бы здоровы. Заряжаю всех, чтобы все были здоровы. Друзья, а если кто-то еще не знает, что такое волшебное упражнение, обязательно обратитесь к тем, кто вас пригласили. Потому что смех — это только первая дверь, которая открывает ко всем остальным. А когда вы пройдете 8 упражнений, ой, как вы будете благодарны тем, кто вас пригласил. Ну, давайте сейчас мы с вами посмеемся. И посмеемся, как бабка-ёшка. Давайте на букву И. Теперь на букву как конь. О, на О. А теперь кто еще спит, кто еще не проснулся, не улыбнулся, мы на букву Э. Как вы помолодели, ребята? Победоносно набираемся, появляемся в мир. Я лидер, да? Живот. А теперь, друзья, если у кого-то остались еще какие-то печальки, какие-то там тараканы, какие-то кто-то гнидет, обиды,
мы это все снимаем, кидаем вниз все наши печальки, обиды, болезни, начинаем ногами их топать. И танцуем твиз и смеемся. Благодарю, друзья, аплодисменты нашим. А что я забыла? И, друзья, желаю всем радости и здоровья всему миру. Вау!